Всем привет! Меня зовут Ирина Форми, и я рада приветствовать вас на своей кардио-тренировке. Активно готовимся к важному событию в своей жизни или готовимся к лету. В любом случае, нам нужно быть в форме в любое время года. Поэтому нашу тренировку мы начнем с упражнения «Конькобежец». Напоминаю, что здесь мы будем с вами работать в режиме 45-15. 45 секунд работы, 15 секунд отдыха, и, соответственно, эти же 15 секунд у нас идут на подготовку к следующему упражнению. Как выполняем конькобежца? Выполняем прыжок в сторону, противоположной рукой тянемся к стопе. Прыжок в противоположную сторону, поменяли положение рук. Нога уходит назад по диагонали. Оп, оп, и добавляем скорость. Выдох, 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 оп. Отлично. Следующее упражнение – это лыжник. Здесь уже подключим активнее плечевой пояс. Стопы стоят на ширине тазобедренных суставов. И выполняем движение. Противоход. Противоположная рука, нога. Оп, поменяли. И снова ускоряемся. Бежим активно, часто машем руками. И частая смена ног. Оп, 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 оп. 45 секунд. Переходим к следующему упражнению. И это прыжки в широкие приседания с касанием рукой пола. Выполняем прыжок приседания, стопы вместе. Меняем руку. Снова прыжок приседания, оп, вместе. Снова коснулись, оп, коснулись, оп. Добавляем скорость. Пам-пам, пам-пам, пам-пам. Пам-пам. Отлично. И переходим к заключительному упражнению. Это джампинг-джек. Джампинг-джек, я думаю, любит и знает каждый. Поэтому его мы с вами выполняем также максимально быстро. На передней поверхности стопы прыжки. Готовы? Пошли. Выдох, 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 выдох. Оп, 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 оп. Отлично. И я рекомендую вам выполнить 4, а лучше 5 кругов данного комплекса. Всем желаю прекрасных, красивых форм. Пока-пока, будьте в форме.